Всем здорово, Нажиманы, с вами Эндрю из Life Naivas. Свершилось чудо, друзья, в наш магазин наконец-таки доехала новинка от компании Nox. Condor 2. Знаю, многие подписчики и зрители канала очень ждали эту новинку и... Аллилуйя, вот она у нас. Кинжалоид, относящийся к серии Т. Серия Т – это техно-серия, для тех, кто не знал, обладающая хорошей функциональностью, прекрасной сборкой и ультимативной надежностью. Только посмотрите, как здесь все переливается, сочетается. Просто офигеннейший ножичек. Кто давно наблюдает за фирмой, может заметить, что это вторая регенерация данного ножа. Ну что ты будешь делать? Ибо первые кондоры были немножечко грубее по качеству. Там и железка была попроще, 440-я, и само качество исполнения ножа многим попроще. Здесь же у нас поставили D2, дизайн более технологичен, исполнение ножа самого стало намного приятнее. Ну, скажем так, освежили его. Так, с нуля лирическое отступление сделали, теперь, собственно, давайте и перейдем к ножу. Это богатырь. Очень крупный складной ножичек с большим запасом рукояти. Ее же длина составляет 138 миллиметров. Общая же длина ножа 260 миллиметров. Блин, ногти, похоже, идут по стопам Cold Steel. Стали делать ножи ни разу не маленького размера. Только посмотрите на этого монстра. Так, ну раз начали с рукояти, давайте и поговорим о ней. Здесь стоят у нас стальные ланера, которые облегчены изнутри выборками. Сразу давайте и вес проверим, насколько ли и тяжелее ли он предыдущих моделей, таких как Угуар. Ну, в принципе, 172 грамма плюс-минус такой же по весу. Выборки не особо ему помогли. Крепятся к выборкам вот такие вот текстурированные накладки из стеклолита G10 с 3D обработкой. Под шлиц один винт и торксами. В осевом подшипник в пластиковой обойме. Ближе к началу рукояти можете заметить, как она сужается в этом месте для этих, для такого хвата, чтобы большой палец положить и указательный. Не наминает, не режет ничего, довольно приятное тактильное ощущение. Бэкспейсер из G10 со складными такими отверстиями. По клипсе. Она здесь очень интересная. Переставляется на две стороны. Подойдет как для левши и для правши. Средней жесткости. И сразу же выполняет роль темлячного отверстия. Сюда только... можно не то что темляк засунуть из паракорда. Канат залезет он. Мизинец почти пролазит. Она не очень глубокой посадки. Блестящая. Возможно, кого-то это выбесит. За счет того, что она поднята. Вот видите, хорошо кончик поднят. Не сильно будут гробить штаны. А за счет того, что рукоять такая текстурированная. Бесплатные дизайнерские штаны, а точнее ваш карман, вам обеспечены. Замочек, кстати, лайнер лок, забыл указать. Теперь по клинку. Клинок здесь такой копьевидной формы, не копьевидной, кинжаловидной формы, с высокими спусками. Отлично подойдет для реза, уколов. Если вы вдруг насмотрелись Лина Томпсона и его тестов про поросят подвешенных,
как он там тыкает, и вдруг сами решили также поэкспериментировать. Фальшлезвие, и на обухе Stonewash. Клин сатинирован, подводы более-менее ровные. Сталь КД2, 60 единиц, 61 по твердости. Название модели, фирма. Открывается клинок за счет вот этих выступов. Шпенька. Фасочки, видите, сняты. С одной стороны, с другой. Стреляет бодро. Также можно использовать их как вейв, если вы вдруг надумаете открывать типа Эмерсона крюка. На работе пробовал, довольно неплохо получается из карманов сразу его доставать. Здесь насечек нету, но они здесь не нужны, палец и так хорошо тонет внутрь вот этих выступов. Сразу они же и выполняют роль гарды в раскладном положении. В осевом подшипник и под шлиц отвертку. Роль упоров выполняют вот эти два шпенька сразу под стопорную бонку, они же, и в это место становится и клин фиксируется. Люфта нет, шата нет, все четенько, монолит такой. Пангую, что будет очень много вопросов по поводу: да ты что, это же холодняк, Люды, ты только посмотри, упоры гарда. Да нет, друзья, вообще ни разу не холодняк, его длина клинка составляет 122 мм, разрешено для складничков 150 мм, то есть 15 см, и клинок не превышает длины рукояти. По ГОСТу 51-501-99 ножик является туристическим или спортивным специальным, поэтому можете спокойно покупать, продавать, дарить, возить и так далее. Теперь что касаемо заточки ножа, давайте проверим ее на чеке. Ножик из коробки, никто его не точил, проверка заводской заточки. Все прекрасно, видите сами. Поставляется ножик, кстати, в такой черной подарочной коробке со стандартным мануалом. В принципе, все, друзья, буду завершать ролик. Огромная благодарность тем, кто смотрит и поддерживает канал. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если интересны ножи и такая ножевая тематика, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Ссылочку на свою группу ВКонтакте оставим в описании, на Инстаграм, кстати, тоже. Всем пока! Всем добра!